На ремонте Шкода Октавия Тур 1.9, но, собственно, это не важно. Любой автомобиль, у меня появился стук на скачках, так тык-тык-тык-тык при каждом скачке. И, в общем-то, варианты были, я уже проверил шаровую, как проверял шаровую, вот сделал вот такое устройство интересное, когда на него колесом наезжаешь вот сюда, и потом просто вот так вот рукой крутишь туда-сюда, и колесо, низ колеса уезжает лево-вправо, и можно увидеть, возможно, это или шаровая внизу, или, может быть, на рулевой здесь или там, неважно, но оно будет слышно. Нет никаких вопросов, все хорошо. Думал, может быть, стойка, в принципе, это тоже возможно. Но сначала решил попробовать, а вдруг это втулка стабилизатора. Здесь тяги стабилизатора новые. Я их не так давно ставил. Значит, через колесо заехал на эстакаду, но совсем неудобно. Пришлось дома. Я сейчас как раз меняю резину на зимнюю. Заднюю только поставил. Переднюю поставил до этого, но пришлось, видишь, открутить колесо. И не в поднятом состоянии, а в опущенном на... Я на пенек опустил, под рычаг поставил пенек. И расслабил. Если бы поднять, то рычаг стабилизатора, он бы был в напряженном состоянии. А так я поставил на пенек, он в расслабленном состоянии. Ну и вот, вот такая штука. Причем я вообще не прикладываю усилий, так чуть-чуть тык-тык-тык-тык. И явный стука нет, я не слышу его, это я этим. Но люфт, ну не знаю какой, наверное, миллиметр, так скажем. И вот здесь, конечно, стучать может под замену сальник стабилизатора. Так его можно проверить. Если у вас эстакада и удобный доступ, чтобы можно было голову засунуть и посмотреть, ключ засунуть. Ну, у меня эстакада такая наклонная, из уголков рядом. И мне было неудобно туда заглянуть, пришлось снять колесо. Но и явно видно, что сальник или манжет, резинку стабилизатора нужно обязательно поменять. Это не сложно, там буквально откручиваем болт и все. Вообще проблемы нет. Его поменять. Сейчас попробую, может быть, если это удастся добавить. Нет, не добавлю я света. Но покупаем резинку, откручиваем болт, снимаем, ставим на место и ничего не разбираем. И будет счастье, уйдет стук. Сначала поменяю на левой стороне. Понятно, что нужно сразу. Но стучит у меня на левой. И сразу нужно поменять на левой, если будет возможность сразу. И на правой. Ну, конечно, надо сразу два ставить. Это все по видео. В принципе, работа несложная, но постоянно у нас дороги так себе. Поэтому дороги так себе между домами, поэтому, хотя и песок, но когда такая доска стиральная дык-дык-дык-дык, то это напрягает. Увидимся на канале. Всем мирного неба.